Череповце вынесен приговор членам радикальной молодежной группы, которые совершали преступления на территории города. На скамье подсудимых оказались 4 человека. По информации пресс-службы ОМВД, первое преступление было совершено 2 года назад. Члены группы нанесли множественные ножевые ранения иностранному гражданину, причинив тяжкий вред здоровью. В прошлом году от действий преступника пострадали 3 человека. Им были причинены телесные повреждения. Через несколько дней после этого преступники подожгли здание библиотеки. 3 членам группы суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 4-й подсудимый приговорен к 4 годам условно. Воспитанники Череповецкого центра для сирот и оставшихся без попечения родителей несвоевременно получали медицинскую помощь. О нарушении прав несовершеннолетних заявили в областной прокуратуре. Еще в прошлом году дети прошли общую диспансеризацию. По ее итогам часть ребят врачи отправили на дополнительные исследования и процедуры. Однако сейчас выяснилось, что до сих пор рекомендации медиков не исполнены. В частности, для нуждающихся воспитанников не были организованы занятия по лечебной физкультуре. Детей с больными зубами не отправили на прием к стоматологу. Также одному ребенку было необходимо УЗИ головного мозга, но ни одно из предписаний работников центра не выполнили. Не получают водительское удостоверение, не по правилам перевозят пассажиров и не следят за техническим состоянием своего транспорта. 11 нарушений со стороны водителей снегоболотоходов выявили сотрудники гостехнадзора в ходе специальных рейдов. Внимание к владельцам этой техники приковано не случайно, как раз из-за халатного отношения водителей. Многие считают его игрушкой. Между тем, такой агрегат способен за считанные секунды развить скорость до 100 км в час.